акустический рок вестерн стайл. Как играть на гитаре в ковбойском стиле. Часть третья. Мажорные рифы и дополнительные аккорды. Привет, мой друг. Сразу скажу, если вы не видели две предыдущие части, то обязательно вначале посмотрите их, иначе рискуете не понять, о чем тут вообще и почему нужно делать именно так, а не как-то иначе. Итак, продолжаем. Вначале о мажорных рифах. И тут важно сразу понять такую вещь. В роке вообще, и вестерн стайл тут не исключение, чаще всего всю песню делает всего только один единственный риф. Это как бы главный образ песни. Ну а если рифов насовать от души сложных да под каждый аккорд? То образ песни, он как бы расплывется, станет менее запоминающимся. То есть, вот здесь точно по поговорке. Лучше меньше, да лучше. И вот плохая новость для любителей мажора. Главный риф в вестерн-стайле мажорным быть не может. Да-да, в первой части я говорил, что здесь преимущественно нейтральное звучание с уклоном в минор. Хотите простой пример? Вот традиционный главный риф вестерн-стайла. Ну а теперь сыграю подобный риф, но только в мажоре. Ну что, услышали сами? Да-да, мы сварились прямиком в кантри. Это нужно просто принять, как вот такое ограничение стиля. Мажорные рифы, то есть рифы на мажорные аккорды, могут быть здесь только вспомогательными. Например, для перехода с аккорда на аккорд. И потому-то здесь нет каких-то таких строгих правил для применяемых в них ступеней гаммы. Если вы видели предыдущее видео, то помните, что в основном рифе используется пятая, седьмая, тоника и третья минорная ступени гаммы аккорда. Возвращаемся в тонику. Пятая, седьмая, тоника, третья минорная, возвращаемся в тонику. Напомню, это для того нужно знать ступени гаммы, чтобы в любом аккорде, при любой его аппликатуре найти эти ступени и сыграть тот самый риф. В мажоре с одной стороны все проще, тут трудно ошибиться, но с другой стороны сложнее, потому что больше выбор. Это могут быть и, допустим, шестая, первая, вторая, третья, первая ступени по мажору. Давайте в соль покажу. Шестая ступень, первая, вторая, третья, первая. Вот так это транспонируется в до. Или же это могут быть, допустим, первая, вторая, четвертая, пятая, первая. Сейчас вроде сыграю. Первая ступень. Вторая, четвертая, пятая, первая. Или же вообще может быть вторая, четвертая, пятая, шестая, пятая. Название ступеней. Вторая, четвертая, пятая, шестая. Вот это вот все, знание номеров ступеней, как по ним можно состряпать риф любой, фразу, это вам все может пригодиться, если вы любите думать своей головой, ну и исследовать новые возможности. На самом деле этих рифов можно наковырять, ну, гораздо больше, чем их реально нужно на самом деле. А если вам совсем не хочется думать, а хочется просто использовать несколько готовых решений, то переходим к ним. А начну я с рифов к аккорду соль мажор. Почему? Да очень просто. Учитывая, что в ре чаще всего будете играть в ре, то это у вас тут будет главный риф на ре приходится.
Его версии мы разбирали в предыдущем видео, а вот на соль действительно могут пригодиться мажорные рифы. И здесь есть очень простое правило. Представьте, что вы вот так вот... находитесь в первом боксе ми-минорной пентатоники, левый край которого вот здесь, на порожке. К слову, ми-минор и соль-мажор — это параллельные тональности, и у них одинаковый состав нот в звукорядах. И вот здесь куча вариантов с открытыми струнами. В первую очередь, здесь удобны рифы на пятой и на шестой струнах. Мы чередуем открытые струны и третий лад на шестой струне. Или открытую струну и второй лад на пятой. Собственно, это видно из самой аппликатуры аккорда. Вот в последовательном восходящем движении с тоникой аккорда в конце. С нисходящим движением. Ну а если мы здесь сыграем подобие главной версии главного рифа, помните, какой у нас? Перенесем его в мажор и в соль. Но он сам по себе здесь звучит довольно кисло. Но его можно использовать, если мы переходим обратно не на тонику соль, а, допустим, меняем аккорд на до. И в конце рифа играем вот эту ноту на пятой струне, тонику до, на третьем ладу. И заметьте, все это без вот такого полутонового движения по пятой струне, а через открытую струну. Ну, так просто лучше звучит, на мой взгляд. И следующая схема — это чередование открытых струн с пятой по третью и второго лада на них. Вот это вот все здесь. Используем один лишь указательный палец, что очень удобно. Можно играть все что угодно. Переходим к аккорду до мажор. Мы уже к нему переходили, когда играли в соль. Давайте перейдем, так сказать, официально. Здесь поначалу все то же самое, что и в соль. Но все смещается на одну струну вот сюда. Правда, зона удобства вот этого, где можно играть указательным пальцем, кончается у нас здесь вот на третьей струне. А вот вторую, вот открытую, лучше не задействовать. Ну или можно, но не подряд, непоследовательно с первым ладом. Вот чтобы такого не было. Звучание не то немножко получается, потому что здесь мы с вами находимся уже не в первом боксе ми-минора, ми-минорной пентатоники, а как бы в четвертом боксе, причем пентатоники ля-минор. Да, это потому что до мажор или а-минор — это параллельные тональности. В общем, тут все то же самое, что и в соль. На пятой струне открытая и третий лад. На четвертой и третьей открытый и второй лад. Фа-мажор. Ну, вот в этой версии аккорда,
который мы прошли в первом видео, нам тут особенно ловить нечего, потому что заняты все четыре пальца, и любое отступление от аппликатуры грозит нам потерей звучания фа вообще. И тут у нас, вероятнее всего, смена аппликатуры на такую, вот на эту версию. И здесь нужно искать на открытой третьей струне и на втором ладу на третьей струне. Что-то такое. Но один вариант я могу порекомендовать и для нашей вот этой вот первой версии фа. Здесь у нас мизинец и безымянный не будут трогаться с места. Стоят на третьем ладу и работает только средний палец. И всегда будут чередоваться третий лад и открытые струны. Что это было? Итак, на пятой струне, на третьем ладу. Открытая четвертая, третий лад, четвертая струна, открытая третья и возвращаемся назад. Пулом. И аккорд даем. Впрочем, все это прекрасно работает и с самым обычным и привычным нам фа-мажорным аккордом с барре. Если вы будете играть не в тональности ре, а, например, в соль или в ля, вам могут понадобиться ре-мажорные рифы. Ну вот тут раздолье и кантри в полный рост. Хоть это, может быть, вам уже и не интересно, но мы здесь находимся как бы в третьем боксе минорной пентатоники. И это параллельный си минор. Правда, открытая соль на третьей струне входит не в пентатонику, а в натуральный лад. А то, что в пентатонику, то и у нас ноты на третьей струне нет, она ниже находится, на полтон. Но в данном случае... это не критично, все у нас тут нормально звучит и так. И здесь у нас отлично работает сочетание открытых третьей, четвертой и пятой струн со вторым ладом. И все это делается одним лишь указательным пальцем. И мы сюда же добавляем ноту на четвертом ладу третьей струны, которую берем мизинцем, и ни в чем себе не отказываем. Например, вот так. Четвертый лад на третьей струне, второй лад на третьей струне, открытая на третьей струне, четвертая открытая, второй лад на четвертой, открытая третья и аккорд. Переходим к ми-мажору. У всех аккордов, имеющих так называемую форму Е, это не только сам ми-мажор, это все, что имеет такую же форму, это как фа, соль, ля-мажор, си, до-мажор. У них вот у всех этих аккордов есть справа вот здесь такая очень интересная аппликатура, я называю ее столбик. Ноты располагаются через лад, одинаково на четвертой, пятой и шестой струнах. И вот здесь вот как раз можно играть всякие разные интересные фишки. Например, как у Джимми Хендрикса. Или то, что ближе к нашей теме. Ну, хватит здесь уже кантри разводить. У нас грань очень тонкая. И поэтому я хочу показать вам здесь вот совершенно
особенный риф. Помните, конечно, наш главный риф в миноре для аккорда ре. А что если перенести его в ми? Вот тут для игры на басовых струнах этого рифа не хватает ровно половины нот. На шестой струне есть тоника ми и есть третья минорная ступень. Но для всего рифа нам как бы седьмой струны не хватает, где есть пятая и седьмая ступени. А давайте-ка посмотрим на первую струну. На ней есть тоника, открытая струна, и третья минорная ступень. Потому что это копия шестой струны, только на две октавы выше. А вот вместо седьмой струны у нас вторая есть. И на ней есть пятая ступень и седьмая. И вот риф. Ну как же так? Риф у нас минорный, но играем в мажоре. Ну, а эта фишка целиком заимствована из блюза. Там часто так делают, обыгрывают мажорные аккорды минорной пентатоникой. Только здесь лучше подтянуть побольше первую струну на третьем ладу. Чтобы прозвучало вот это вот. Показать третью мажорную ступень. Минорная, мажорная. На первой струне это делать немножко полегче, чем на шестой. Но первый минус. Подтягивать придется все-таки мизинцем. Второй минус. Остальные пальцы, которые держат аккорд, могут глушить первую и вторую струны. Если не учиться все это делать именно мизинцем и именно на поставленном аккорде, то выход один. Нужно снимать аккорд и играть риф отдельно. Например, безымянным пальцем. Так удобно. Ну и также играются все версии этого рифа, которые мы уже рассматривали во втором уроке серии. И вот мы плавно перешли к минорным рифам в других аккордах. Помните, у нас уже был один способ. Как раз я на примере для ми минора его показывал. И, конечно же, вы уже догадались, что для ми минора этот риф можно сыграть точно так же, как и в предыдущем примере. То есть на первой и второй струне. Только тянуть в данном случае первую струну вот так вот сильно уже не обязательно. Мажорную ступень нам показывать не надо. А вот так играется уже знакомый вам по аккорду ре вариант рифа с нисходящим движением. Этот урок получился очень длинным, и все же нужно показать еще одну очень важную фишку. И это главный риф в соль миноре. И это тоже особенный риф. Вернее, тут особенный способ его игры и рифа, и аккорда. Вы, конечно, уже знаете из второго урока такую штуку, где и как играть риф с минорным аккордом. Вот это форма ЕМ, так называемая. И риф играется так. И знаете, как сыграть такой же риф на форме аккорда, на форме, вернее, пауэр-аккорда, где тоника у нас расположена на четвертой струне. Это все я повторно объяснять не буду, просто пересмотрите тот урок. Все это, конечно, можно делать и в соль, на соль минорном аккорде. Но именно в соль есть прикольная фишка, которая и облегчает и игру аккорда, и игру рифа. И самое главное, она вторая по характерности в вестерн-стайле. После, конечно, вот этого главного рифа в ре. И этой самой фишкой мы закончим этот урок. Итак, это вот что. Помните, я говорил, что самое характерное звучание для стиля не совсем минорное, а скорее нейтральное, и только иногда с небольшим уклоном в минор. И вот что мы делаем. Вместо того, чтобы взять привычное барре на третьем ладу, мы большим пальцем берем только басовую соль на третьем ладу. А указательным на этом же самом ладу зажимаем первую и вторую струны. И получается вот такой вот интересный, красивый пауэр-аккорд соль. То есть аккорд с нейтральным звучанием.
пятая струна, помните, где мы обычно вот в таком соль играем третью мажорную ступень, она вообще глушится, просто глушится тем же самым большим пальцем, его кончиком. Вот, не звучит. Почему мы играем именно большим? Ну, об этом у меня есть даже целое отдельное видео на канале. Раньше я не признавал такого способа, а потом его полюбил. Вкратце, у нас освобождаются при этом все четыре пальца, допустим, для игры соло. Ну, так делается в акустическом блюзе. Такой примерчик из дельта блюза, а-ля дельта блюз. Все четыре пальца играют, большой при этом держит бас. Это первое. Второе. Не перекрывается никоим образом вот эта вот игровая зона. И можно использовать легко открытые струны, что было бы вообще невозможно, если бы я брал бы барре. Тут у нас вообще было бы трудно играть, если бы бас брался бы, допустим, указательным пальцем. Все остальное бы очень часто бы глушилось. Но при этом, еще третье, можно глушить легко пятую струну, если не нужно, чтобы она звучала. Как я уже показывал, пятая у нас не звучит. Как раз то, что нам сейчас нужно. А указательным же пальцем мы играем минорный главный риф на третьей и четвертой струнах. Через открытые струны и через третий лад. Вообще указательный палец очень подвижный, здесь им легко можно выделывать различные довольно виртуозно звучащие фишки. Ну вот. Теперь у вас есть все базовые знания, и вы можете сами сочинить что-то с ароматом Дикого Запада, либо стилизовать под него какую-нибудь известную вам песню. А если вы все еще сомневаетесь, вот что я сделаю. В следующем уроке я возьму какую-нибудь вещицу и, используя показанный в этих трех уроках боекомплект, создам и вестерн-стайл версию. Буквально по шагам создам, показывая, какие фишки я буду применять. Теперь, если урок понравился, лайк, репост, добрый комментарий и до встречи!